7 автомобилей на общую сумму 2 миллиона рублей арестовали судебные приставы во время рейда «Должник». Рейд прошел на посту восточной столицы Чувашии при въезде в направлении города Новочебоксарск. Водителей проверяли по базе данных Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской республике. Если есть непогашенный долг, судебный пристав-исполнитель принимал оплату на месте. В случае, если должник не мог погасить задолженность, на его имущество накладывался арест. Описывается ваше имущество, у вас есть задолженность, правильно? Где у вас? Задолженность у вас есть, вот составляется акт. В результате совместного рейда было окончено 148 исполнительных производств, взыскано свыше 130 тысяч рублей. На штрафстоянку доставлено 4 транспортных средства. Забрать автомобили хозяева смогут, лишь погасив задолженность и оплатив затраты на эвакуацию и хранение транспортного средства. Во время рейда было составлено 4 протокола на водителей за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава, находящегося при исполнении служебных обязанностей. На них наложен еще один штраф от 1000 до 1500 рублей. Так что порой оказывается дешевле заплатить первоначальный штраф.